Комиссион на магазин Победы, видеообзор на iPhone 7, 32 гигабайт. Собственно, начнем с внешнего состояния. На экране имеются трещинки. В нескольких местах. Ну и небольшие потертости по корпусу. В целом корпус абсолютно целый. Экран также стоит у него оригинальный. Емкость аккумулятора 94%. Ростест 32 гигабайта. Телефон работает полностью исправно. Режим без звука. Кнопочки громкости тоже работают. Сим-карту вставляли, проверяя, работает. Глуховатый звук у него идет. То есть в нижней динамике какие-то не работают. До свидания. Сеть Wi-Fi видит, работает. Bluetooth тоже работает. Сейчас подключен к сети, то есть зарядка идет, и также можно проверить отпечаток пальца. Собственно, Touch тоже работает. Камера фронтальная, задняя тоже полностью исправно работает.